Интерактивчик и задать 10 школьных вопросов каждому из стримеров, кто будет участвовать. Ну, практически каждому. В принципе, это все, что я хотел сказать. Давай, поставьте лайк, давай. Подпишитесь на канал. Ой, бля, сейчас я блесну смекалкой. Жмите колокольчик, и можно начинать. Ебать, там жопу что-то трогаешь. Всем салют, меня зовут Пока, и сегодня мы будем отвечать на школьные вопросы. Меня зовут Володя Киберспорт, а сегодня я буду отвечать на школьные вопросы. Заткнись, бля, не смешно. Попозоримся, блядь. Всем привет, ребята, я Каравай, и я сейчас буду отвечать на вопросы. Привет, меня зовут Илья Иксал, сегодня я буду тупить. Ну, как обычно. Друзья, девушки. Всем привет, меня зовут Алексей, и я плохо учился в школе. Что такое аксиома? Не удивлен. Аксиома? Блядь, а что такое? Но я помню только приколы на переменке был сериал, и там аксиомы, теоремы, это вовсе не проблема. Это я все, что помню, блядь. Не помню, реально. Земля. Наверное, что-то... Ну, что-то из геометрии, очевидно, но просто я не помню, что это. Не знаю, честно. Не, ну а ты... Так, блядь, не знаю, название, наверное, какой-нибудь марки машин. Утверждение, не требующее доказательства, точно. Не, ну а ты думал, я отвечу, да? Ну, правила в математике. Точно, ну да, аксиомы, теоремы, да, блядь, можно... Не, реально, можно было логически догадаться, если в песне аксиомы, теоремы, типа, можно было догадаться, что это... Понял, ну, правила в математике, по которой решаются определенные задания. Сама аксиома обозначает то самое правило. Дальше, Женя. Дальше, Гена. Точно, точно, ребят. Аксиома — это то, что не требует доказательств. Это то, что не нуждается в доказательстве. Ну, то, что доказано уже. Я знал. Есть теорема, есть аксиома. Аксиома — это то, есть, то, что доказано уже и как бы не нуждается в объяснении. Да. Сколько всего планет в Солнечной системе? Да поебать вообще. Ну, не знаю, штук 7, блин. Я реально, вот все, что касается космоса, всегда говорю, мне не нравится вообще. Я на уроках, когда про космос говорили, я такой, не слышу, я знаю, единственный на Земле. Ну, такая хуйня. 6. 8 пишете? Да поебать вообще. 5. Ну, в данный момент, я не знаю, если там новая никакая не залетела, и если считать Плутон и Пердун, то, по-моему... Дропы по пятницам, новые планеты. По-моему, где-то 10 планет. 11. Ну и похуй вообще, блядь. Я все равно только на одной буду жить. Ну, кстати, вообще, это очень такой легкий, на самом деле, вопрос, но я не помню, на самом деле. Сейчас я все перечислю. Да мне поебать, ребят. 8, ну я правильно назвал? Килограмма. В чем измеряется вес? А вес измеряется в килограммах. Нет? В килограммах, в фунтах. В килограммах. А нет, вес в граммах. А я не понял, в чем... Да реально, какой вес, блядь. В граммах. Брат, вес измеряется вообще в граммах. Начнем с этого. Килограмма. Ньютоны? В ньютонах. Путают вес и массу, правильно? Перед массу они зависят. В чем, блядь? Все, просто конкретизировать вопрос нужно было. Все, все, в гандунах? Все, все, все. А я реально, я массу начал. Все, так все правильно. Не, спасибо, брат. Что? Ну пока на все ответил. В ньютонах. Заебись, вопросы, блядь. Кто спит с открытыми глазами? Я. Бля, ну это вопрос какой-то, да, такой специальный с подъебкой. А кто спит, блядь? Да я ебу, блядь. Дельфины пишут. Закрывает, наверное. Майор Пейн. С открытыми глазами. Да я ебу, дельфин реально. Ай, блядь, сука. Животное. Анчоус. С открытыми глазами? Сова. И рыба, да. Разве? Я даже не знал. Они же закрывают постоянно их. С открытыми глазами? Да. Сова. И рыба, нихуя себе, я даже не знал. Сова? Да? Что такое косинус? Ну это мы сегодня проходили. Блять. Я в теории Пифагора, хочешь помогать? Ну косинус, это мы сегодня проходили. Ладно, ну типа он косой, то есть, и он по мне погонял такой в школе косинус, блядь. Косит жестко вообще. Причем совершенно недавно я стрелял с пистолета, и нам объясняли, типа, как правильно работает косинус в этой сфере. Сильно не кричите в комментариях, реально вот все супер забылось. Что? Косинус? Это не ко мне точно, это пропускаем вопросы, математика, это можно сразу все скинуть. Ну я говорю, я молчу, потому что мы сегодня только с этой, с Волочковой. Я математику на 2 угадал, на 2. Не, ты конечно спросил. Нихуя ты, ебать, чел, я на 4. А математику, брат, чуть ли не на 2 сдал. Бля, вы че, пацаны? ОГЭ, там же вообще самая хуйня. Вот ЕГЭ я подкачал, пиздец, я на 24 балла сдал математику, невероятно хуй. Русский невероятно охуенный.
А математику очень плохо, блядь. Ну, блядь, ну как ОГЭ можно на двойку сдать, это пиздец. Ну, у меня было ГИА тогда. Я на четверку сдал, мне реально, мне 4 по русскому, 4 по это, по математике, и то по русскому чуть-чуть до пятерочки как не хватило. Только синус, как косинус пойдет. Ну, отношение двух... Там же правильно, типа, просто несколько формул выучил, эти, ну, вы поняли. Образующих угол? Прямых образующих угол. Косинус угла — это определенное правило математики. Что это правило обозначает? Оно обозначает, как правильно определить угол через косинус. Спасибо. А скажи мне просто... Это отношение прилежащего, близкого качества гипотенузы. А, бля. Сколько сантиметров? У меня 20. Сантиметр в одном километре? Бля. Тысяча? Нет. Ой, блядь, сука. Да, сантиметров, да. Тысячи метров получается. И 10 тысяч, ой, 100 тысяч, да? Блядь, что-то я туплю. 100 тысяч. А это вообще посчитать можно? Один. Ну смотри, тут все просто. Километров одно... тысячи метров, а тысячи метров это, ну, 100 тысяч, в да, километре получается. Километре сантиметров очень много. О, пишет 100, ну я... Да. Не 10, сантиметров не 100. Километре? Я тоже думал, я сейчас тупил 10 говорить или 100, по-моему, 100 все-таки. Ну, пусть будет 100. Я не знаю, ну, 10 тысяч. Я не знаю, как это считать. Я знаю, что метров в одном километре 1000, по-моему. Ну, вот так. А вот сколько сантиметров, ну, блядь, еще надо... Ну, это чисто Вова, братишки. Вот я тоже как бы из головы взял, ну, из головы не брал ответ быстро, да? Я подумал, так же абсолютно догадался. Нажать там понятно. На 10. По-моему. А какой звук на 100к? Не знаю, кстати, ребят, вот проверим. Может, еще, может, на 100. Мы еще не проверили звук на 15к. А, ну, в одном километре получается... Ну, это 89, это 89 чисто. В километре 1000 метров, соответственно, в одном метре 100 сантиметров. Можно я просто напишу? Я не буду считать, просто число. Ну, тоже балбесина такая, сидит немножко, ну, неразумный. 100 тысяч, получается. Есть, блядь. Блядь, просто... Блядь, я почти на все ответил, пиздец. Прошу, я не знаю, ну, может, 100 тысяч. Если, ну, углубляться в точное число, то есть в одном метре 100 сантиметров, в километре 1000 метров. 100 умножаем на 1000, 1000 добавляем 2 нуля, и это 100 тысяч сантиметров. Есть. В одном километре сантиметров миллион. Нет, 100 тысяч. Ай, блядь. Не, вообще бы я такого не ответил 100%. Назови 4 царства живой природы. 4 царства. Рыбы, пиво. Ну, получается, грибы. Ой, блядь, сейчас вспомню. Ну, рыбы считаются же, да? Ну, вроде как. Рыбы, грибы, допустим, эти бактерии, да, и, допустим, растения. Нормально назвал? Живой природы. Небесное царство, да, да, загромное. Блять, вот залупой. Грибные. Неправильно? Там есть травоя. Нет. Ну, растения, рыбы, я же все правильно. Грибные точно есть, я помню. Ну, там, не, их 5, понятно, но попросили 4, разве нет? 4 царства я назвал. Ну. Рыбы нету такого, да? Ну, насекомые или нет такого? Собаки, блять, бургеры. Рыбы нету, серьезно? Я не знаю, хот-доги. Ну, хорошо, вместо рыбы тогда назову еще... Млекопитающие. Россия. Я прифанул. Америка. Ну, все равно я правильно сказал. Украина, Беларусь. Я только грибные, короче, знаю. А какие есть еще? Или млекопитающие тоже сказать есть? Животные? Блядь, ты ебаный. Я не знаю, блядь. Ну, яйца давящие. Грибы. И вирусы, кстати, да, тоже. Животные. Животные, да, да, не млекопитающие. Все, да идите нахуй, блядь. Насекомые. Так я же знал, я вас так чисто... Ну, ребят, вот вы говорите, ты нихуя не знаешь. Так я же вас по теме просто гоняю. Вы же учитесь сейчас, обучаетесь в школах там что-то. В институтах, блядь. Мне это нихуя не надо, я сижу целыми днями, там, пивас пью, блядь. Дрещу от Чапмана. Поэтому, ребят, я же специально неправильно называю, короче, моменты какие-то, чтобы проверить вас. Я вот, заметили, я говорю что-то и так поглядываю, короче. Вот, и смотрю, ну, вас просто по теме гоняю, вы благодарить меня должны. Тения, наверное, какие еще какие вирусы, умник? Вирусы есть, ты че, дурак, нет, блядь? И вот последние не назову. 4, дурак, они да, точно есть, блядь. Называть. Ну, растения, животные, грибы и вирусы, бактерии. Ну, вирусы не считают, ну, не в ВПД считают за отдельное царство. Бактерии. Если Ксайл сказал, так это правда, чуваки. Про них забыл. Царство пауков там лечит... Растения, там, животные и еще пауки. Царство грибов и бактерий. Правильно. Грибов и бактерий. Царство грибов и бактерий. Бактерии? А, ну, я бактерии называл же.
Вы меня запутали, я говорил бактерии. Или нет, блядь, блядь, чуваки, пиздец, да идите нахуй, я от Волочкова до сих пор пьяный. Не, по-моему, я говорил бактерии, нет? Один. Сколько месяцев в году содержит по 28? Ну, знаю только февраль. А какой еще у нас? Да вроде один же, да? Один. Так нет. Блять, а что помимо февраля, а что у нас еще? Апрель какой-нибудь? Нет. Все? А, ну да, логично, блядь. Чё? А, сука, твою мать. Блядь, прокололся. Блядь, я понял, да, логично. Я подумал, какие типа из 20, ну, просто 28 типа дней в общем. Блядь, точно. Ой. Один, два. Все? Ну да, с логикой у меня проблемы, это я держат согласен. Вообще, в принципе, 28 дней все. Но... Ну да, 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 я просто, ну да, я невнимательный человек. Там, по-моему, человек, ответ один. Я думал, это с подвохом, знаешь, по типу там один месяц. А я не думал. Один. А, все 12. Бля. Реально 28 дней везде? Как поймали на ошибку. 8, блядь, 30 дней. Стыдно, 31 в том месяце был. Ну, блядь, ладно. Кто тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа? Опа, а это вопрос с подвохом. Ну, килограмм железа тяжелее. Да не, это же оба по килограмму, ха-ха, блядь. Я просто... Меня такое, такие задачки в третьем классе задавали. Ну, то есть вопрос о логике... Даже Вова ответил. Но это исключение, понимаете? Как бы раз в год и палка стреляет, понимаете? Скай пух будет, я не знаю. Ай, блядь, и моя голова похожа. Одинаково. Одинаково, брат. Блядь, ну лоха Галимова вообще, ну одинаково, конечно. Конечно, конечно, лоха. Одинаково. Поровну? Не, брат, такое вообще не шарю. Сколько не человек шаришь? Убил Родион Раскольников? Кто убил? Слушай. Ну, одного. Я не читал. Может, он вообще никого не убивал? Я не знаю, может, кто-то читал? Я книжку, кстати, читал. Наверное, последний раз в классе в шестом. Все, это мое чтение закончилось. Двух? Двоих. А себя считается? Кошку и сестру вроде, да? А, сестру, старуху? Два. Я просто нихуя не помню. Я помню про старуху, да. Двоих. А кого именно? Людей. Супер. А себя он не убил? Бля, нихуя не помню. Сейчас вспоминаю. Так, одного там и второго, два. Ну я так же с чатом буду. Кого? Человек? Два. Себя не убивал, да? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я из таких произведений школьных только «Горе от ума» помню, реально, больше нихуя. И «Собачье сердце», по-моему. На три вопроса, сколько на три? Yeah, let's go. Бетенечка, чатик. Опа. Два. Ай, блядь. Это просто настолько кринжовый. Ну, если бы здесь был ДК, там бы 9 сразу. Вот где Exile, только 10, наверное, еще было бы, если так подумать. Ой, бля, ну это вопросы сложные какие-то. А погоняйте меня еще по теме. Погоняйте меня еще по теме. Это вопросы такие, короче. Ну, они даже не особо-то школьные, правильно же? А вот прям школьные вопросы какие-нибудь интересные. Вот тогда будет круто. А это хуйня какая-то.